Юбилейная 129. Такие фото выложили горожане в соцсетях накануне. Сегодня мы решили найти хулиганов, которые так любят настойку боярышника. Но определить квартиру не смог даже Владимир Козиков, председатель ТСЖ этого дома. К слову, когда Владимир Викторович узнал об этом боярышниковом поле, сразу отправил дворников на уборку за нерадивыми соседями. Сейчас здесь чистота и порядок. К таким людям у председателя одна просьба – быть благоразумными. Следили они за тем, что выбрасывают, потому что в первую очередь это не только грязь, это безопасность людей. Потому что с 7-9 этажа, если прилетит такая бутылочка кому-то на голову, то ну как минимум травма серьезная или же даже вот, летальный исход может наступить. Поэтому пусть думают о себе и окружающих. Также Владимир Козиков пояснил, что такая картина каждый год, причем подобный мусор оттаивает не только у его дома, но и у соседних.